Для работников культуры важна не только зарплата, но и признание. Немногие этого добиваются. Фильм режиссера из Иркутска Натальи Меркуловой претендует на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Речь про картину «Капитан Волконогов бежал», которую она сняла в паре с режиссером Алексеем Чуповым. Главный герой ленты – сотрудник правоохранительных органов. По сюжету его жизнь резко меняется. Его объявляют преступником. Капитану удается сбежать до ареста, и теперь бывшие коллеги преследуют героя. Напомним, Венецианский фестиваль пройдет с 1 по 11 сентября. Дата премьеры фильма «Капитан Волконогов бежал» в России пока неизвестна.